Строительство торгового центра по улице Авиаторов подходит к завершению. В здании будут располагаться современный торговый зал, кафе на 50 посадочных мест и парикмахерская, а также парковка для посетителей на 20 машин. Накануне ход строительства оценил глава региона Юрий Бездудный. Тему продолжит Александра Литкова. Общая площадь нового торгового центра – 1500 квадратных метров. Его строительство началось еще 2 года назад. Современное торговое оборудование. Удачное расположение. Он оказывается как раз в жилом районе, а жилой район очень уютный. Здесь мы открываем школу в ближайшее время, уже есть детский сад. И вот этот торговый объект будет очень хорошим дополнением. Ну, помимо того, что создаются новые рабочие места, 40 рабочих мест здесь создается новых. Ну, это становится таким центром притяжения для жителей соседних домов, потому что здесь помимо торговли будет и общепит, и сфера услуг, парикмахерская. Новых сотрудников Наринмарское потребительское общество готово обучать на месте. Нам сейчас нужны будут продавцы, операторы, кладовщики, вот такие, да. Нам нужен технолог, нам нужен, как сейчас называют, бариста, да, вот сюда. Нам нужен хороший будет пекарь, который... потому что у нас те специалисты, они работают, они выполняют тот объем работы. Вот, чтобы их не отвлекать, то надо будет сюда, сейчас тоже будет эти самые, я говорю, одного-двух пекарей еще, специалиста по изготовлению пиццы. Это вот тонкая, которая идет на тон, не дрожжевая, то, что мы у себя печем, а вот именно это. Поэтому у нас море вакансий. Всего в городском потребительском обществе трудятся почти 200 человек на 15 торговых точках. Строительство нового торгового центра и приобретение оборудования обошлось ГАРПО в 80 миллионов рублей. Кроме того, из бюджета округа в прошлом году была выделена субсидия на возмещение затрат в размере 18 миллионов рублей. Все-таки у нас субъект Российской Федерации, столица Ненецкого автономного округа. Вот мы ее очень любим, поэтому очень хочется, чтобы вот именно на территории нашего округа был хоть один такой современный магазин. Вот, и я думаю, что наше потребительское общество с 90-летней историей, вот, это будет хороший подарок нашим горожанам. Открытие торгового центра запланировано на конец сентября. Все необходимое оборудование уже завезено и установлено. Сейчас на объекте идут работы по благоустройству территории. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».